Всем привет, ребята! Вы на канале Nerf Bro Show. И сегодня у нас челлендж. Ответный челлендж. И со мной играет победитель предыдущего челленджа. Смотрите на канале Nerf Bro Show. Итак, ребятки, сегодня у нас сэндвич телепатия челлендж. Сегодня мы делаем свои сэндвичи и пытаемся угадать, что же будет в ингредиентах у вашего противника. Кто больше ингредиентов угадает, тот и победит в этом челлендже. Итак, раунд номер один. Перед вами стоит кетчуп, кисло-сладкий соус и майонез. Что же вы выберете для себя на ваш сэндвич? Арсений выбирает и намазывает. Саша, выбирай, намазывай. Саша, думаешь, тоже? Так, отлично. Арсений, что ты думаешь, выбирает Саша? Наверное. Только ты показываешь. Не скажи. Отлично. Арсений думает, что Саша выбирает вот это. Саша, как ты думаешь, что выбрал Арсений? Саша. Арсений выбрал это. Итак, что же выбрал Саша на самом деле? Арсений, это он выбрал кетчуп, ты сказал, майонез. Арсений выбрал, как ты думаешь, что Саша? Кетчуп, и ты прав. И со счетом 1-0 в пользу Саши. Ребята, это было очевидно. Я знаю, что Арсений майонез просто не любит. И да. Это будет просто никому этого не выбрал. А Саша любит майонез. А Саша любит майонез, и Арсений думал, что он выберет майонез. Итак, отлично, со счетом 1-0 мы переходим во второй раунд. Раунд номер два, и в этом раунде мы выбираем виды мяса. Да, мясо, либо колбасы для нашего сэндвича. Ну что, мальчики, хорошо думаем, что же это будет? У нас есть ветчина, сервелат, колбаса и пармская ветчина. Арсений, такой же набор мяса. Итак, же выбирает для себя Арсений? Для своего сэндвича он берет, клади, Арсений, он берет вот это, кладет. Сашенька, что же ты кладешь для своего сэндвича? Саша кладет вот это. Всем видно, ребятки, смотрите. Это Сашина, Сашин бутерброд, это Арсенин бутерброд. Отлично. А теперь мы решаем. Арсений, что ты думаешь, выбрал Саша для своего бутерброда? Показывай, подними, ага, хорошо. Саша, что ты думаешь, выбрал Арсений для своего бутерброда? Отлично. Итак, ребяточки, со счетом 1-0 мы переходим в третий раунд. Вы не угадали, Саша выбрал, Арсений, сервелат, колбасу, сервелат. Обычную. Обычную колбасу, сервелат. А Арсений выбрал пармскую ветчину. Понятно. А то он уже смотрел, куда я руки тяну. Он не видел, там не видно. Там вообще не видно. У нас готовится третий раунд. И в этом третьем раунде у нас представлены виды томатов. Выбор очевиден. У нас есть, какие, Саш, томаты? Есть обычный томат, есть коктейльные помидоры черные, и есть просто большие черные помидоры. Да. Такой же набор у нашего Арсения. Итак, мальчики, думаем хорошо и выбираем для себя томаты. Итак, Саша выбирает, понятно что. Арсений выбирает, понятно что. Кладем. Арсений выкладывает себе, да, даже две штучки взял. Третью хочешь? Даже три положил. Саша у нас положил... Две. Обязательно две это будет штучки. Съесть? Не, ну как не обязательно, съедите. Итак, а теперь у нас вопрос. Саша, что выбрал Арсений для своего сэндвича? Вот это вот. Покажи выше. Отлично. И Саша, что же выбрал Арсений, ты думаешь? Вот это вот. Покажи выше. Угу. Саш, Арсений думает, что ты выбрал коктейльные помидорчики. Правильно? Конечно же, да! Ты выбрал? Нет.
Шутка, нет! Арсений, Сашенька выбрал обычные красные помидоры. А что ты, Арсений? Саша думала, что выбрал Арсений, скажи вслух. Черные помидорчики. Правильно, Арсений? Какие? Вот эти большие! Вот. Я понял, он сказал, а обязательно это нужно будет съесть? И со счетом 2-0, Арсений, 2-0 ведет Саша. Но ты не отчаивайся. В предыдущем челлендже Коля вел со счетом 2-0 у Саши. И я Саша в результате выиграл, можно сказать, челлендж. А сколько раундов будет? Еще много. И у нас третий раунд. На третьем раунде у нас будут представлены виды, ну, можно сказать, овощей. Это у нас будет огурец, маслины и каперсы. Кто из вас не любит какой-нибудь из видов продуктов? Я все люблю. Кроме каперсов. Не, все люблю. Все любишь? Да. Арсений, ты? Все. Все любят. Ну что, выбираем для себя. Что же мы будем ложить? Арсений берет. Саша берет. Отличненько. Арсений, что ты думаешь, берет для себя Саша? Я думаю, если он очень любит, он выберет маслины. Маслины. Саша, что ты думаешь, выбрал для себя Арсений? Соленые огурчики. Соленые огурчики. Это как вы думаете, кто же лучше знает друг друга? Саша лучше знает Арсений или Арсений Саша? Этот раунд показывает, что все-таки Саша лучше знает своего брата. 3-0. Да, Саша. Я ни один из этих не люблю. Реально, ты ни один не любишь? Ну, положил огурец, и Саша угадал. Я люблю огурцы. 3-0. Ведет Саша. И мы переходим к четвертому раунду. Я думал, и у нас представлена паприка. Здесь есть интересные варианты. Здесь можно сказать... Ничего, это мы показываем пальцами крестик. Я возьму вот это вот. Хорошо. Саша берет для себя. Вот этот вот. Ой, вот этот вот. Угу. Арсений берет для себя. А вот это. Отлично, мальчики. Кладем. Кладут. И что же, Саша, думаешь, выбрал Арсений? Все. Что ты думаешь, выбрал Арсений? Я думаю, Арсений выбрал ничего. Саша? Да! А что ты, Арсений, думаешь, выбрал Саша? Красный. Я выбрал ничего. Арсений, со счетом 4-0. Соберись, брателла. Ведет Мама, Саня. Возможно. Вот именно, как это возможно? Саша, как ты угадаешь, что выберет твой брат? Не знаю. А у меня какой-то человечек получился тут. Человечек типа какой-то многоглазый. Да. А у Арсения красивый, кстати, сэндвич получается. Ну что, ребятки, давайте, Арсений, соберись. Соберись. Соединись с космосом, чтобы тебе телепатия помогла, чтобы ты узнавал, что же выбирает Саша. И у нас новый раунд, и это у нас сыры. Ой-ой-ой. Перед вами будет представлено 3 вида сыра. У Саши уже стоит и это. У нас 3 вида сыра. Плавленый сырок, желтый молодой сыр и твердый сыр более светлого цвета. Такой же набор сыров у нашего Арсения. Мальчики, выбираем, какой же сыр мы кладем себе на сэндвич. Я отлично, вот отлично. Арсений уже выложил себе достаточно много сыра. Саша выкладывает себе тоже достаточно много сыра. И теперь вопрос. Арсений, что ты думаешь, выбирает Саша? Показывай. Плавленый. Саша, что ты думаешь, выбрал Арсений? Обычно сыр, желтенький. Желтенький. Да, самый желтый. Арсений, Саша прав? Про желтенький сыр. Молодой сыр. Прав. А ты не прав. А ты не прав. Да. И со счетом 5-0. Я обычно сыр выбрал. Ты же думаешь, что он выбирает. Ну, хотя Саша очень любит плавленый сыр. Саша, ты этим запутал нашего Арсения, да, Арсенька? Да я все люблю. Выигрывает Саша. Как, Саша, у тебя так получается? Опять просто на 2 года его старше, я все знаю про его. Да, на 2 года ты знаешь Арсения больше, нежели он тебя. Наверное, это играет роль. Ну что, и переходим. Значит, наверное, у меня будет 2 балла. Последнему раунду? Это последний? Последнему раунду.
Будет прикольно, если я выиграю 0. Здесь также можно выбрать ничего. И у нас представлена руккола и укроп. Укроп. Саша, что же ты выбираешь для своего? Я выбираю. Так, Саша выбрал, накладывай. Арсений, что же ты выбираешь? Арсений выбирает. Арсений тоже накладывай. Так, Арсений выбрал, Саша выбрал. Я выбрал вот это вот. Хорошо. Арсений, как ты думаешь, что выбрал Саша? Руколу. Руколу? А Саша, что ты думаешь, выбрал Арсений? Тоже руколу. Вау, первый раунд, где вы оба угадали. Саша и Арсений выбрали руколу, хотя оба вначале показывали ничего. И со счетом, я уже сбилась. 6 или 7, Саша, у тебя? 6-1 выигрывает наш Саша. Саша, я тебя хочу поздравить, ты хорошо знаешь брат. Арсений, ну у тебя еще есть 2 года, чтобы хорошо узнать Сашу, так как ты на 2 года младше. А теперь закрываем свои сэндвичи. И кушаем. Хотите кушайте, хотите не кушайте. Арсений, будешь кушать? Или ты не голоден? Не голоден. А Саша с удовольствием ест. Саша, как твой... Вкусный сэндвич? Угу. Понравился тебе? Да. Арсень, чего ты расстроился? Не расстроился? Все окей? У тебя есть 2 года, чтобы узнать Сашу? Да я его не хочу есть, потому что я брал самые те, что я не люблю, а Саша думал, что я возьму то, что я люблю. Ты понимаешь, ты хотел обхитрить его, а на самом деле получилось, что Саша угадал? Бывает же так. Ну вы, ребята, были на канале Nerve Bro Show, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишем комментарии. Кто пишет идеи своих комментариев, свои, вернее, своих челленджей, мы им обязательно отвечаем и пролайкиваем. Всем пока!